Шумердинском районе по вине мужчины, который предположительно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, произошла серьезная авария. На страшных кадрах с места ДТП две машины в кювете. Это 97-й километр автодороги Чебоксары-Сурская. В салоне одного из автомобилей сидела пассажирка. С травмами она доставлена в ближайшую больницу. Только чудом жертв удалось избежать. А днем ранее уже в Алаторском районе снова авария и снова нетрезвый водитель. Под колесами погибла пожилая женщина. Как отметили в Республиканском управлении ГИБДД, в последние дни в регионе целая череда так называемых пьяных аварий. В текущем году на дорогах Чувашской республики зарегистрировано 57 ДТП с участием нетрезвых водителей и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 11 человек погибли, 72 получили травмы.